Боря, Боречка, иди сюда, Боря. Иди сюда, мой хороший. Иди. Борь, Борь, Борь. Борюся. Борюсик. Вот такой бычок Борька, да? Есть у нас. Такой малыш. Вот такой хороший мальчик. Скажи, я маленький. Я родился 11 числа. И нам 2 недельки. Всем привет. Вот уже целую неделю не выкладывал видео. Ко мне начали уже поступать угрозы. Буквально вот прям сегодня. Мне пишут, что или выкладывай видео, или я отписываюсь. Ребята, видео не выкладывается не потому, что мне не хочется, а потому, что мне некогда. Вот сейчас 7 часов, и уже очень темно. Я ничего не успеваю. Мне приходится все делать в темноте. И мне кажется, что снимать видео в темноте не очень хорошо. Поэтому, ну, будет время, будут ролики. Я не знаю, почему так получается. Ну, я иду на работу на 8, прихожу в 5, а то и позже. Поэтому видео часто не выходит. Вот сейчас решил показать, так как только что почистил утилят у всех. Вон большие Яшка и Квитка стоят за дверью, орут, хотят уже внутрь. Сейчас их буду запускать. Где они едят, я уже показывал, а где они живут, еще нет. Вот сейчас вы увидите, в каких загончиках они у меня сидят. Это бычок Борька. Последнее видео про теленка вы могли видеть. Я вам показывал 4-го теленка. Того теленка я вернул, так как он мне не понравился по физическому состоянию. В общем, он был очень худой, и мне не понравился, поэтому я его вернул. В общем, тех денег, которые я изначально за него отдал, он не стоил. И взамен взял тот теленок, о котором я говорил в предыдущих видео, о третьем теленке, которого отел принимал. Я вместе с хозяйкой этой коровы, которая его родила. И вот таким образом он у меня очутился. Он пьет у нас 6 литров молока. Мы ему даем молочко вот от этой коровки. Злата. Вот Златочка. Вот от этой. И он хорошо набирает вес. Он такой кругленький, упитанный. Ну и расцветкой так, как и такой же, как и все остальные. Сейчас я запустю Яшку и Квитку. А еще хотел сказать, что живут они все в загончиках для поросят. Вот здесь живет Боря. Здесь стоит Злата. Повернись, Златочка, развернись. А вот есть еще такие вот загончики. Здесь тоже были поросята. Вот еще даже кормушка не убрана. И здесь тоже вот. Здесь живет Квитка и Яшка. Вот сейчас дверь открою. Вот так и одну, и вторую. Запустю этих архаровцев. А то они уже тужат. Яша, пошли. Яш, в темноте светятся одни глазки. Идем, заходи, Яш, заходи. Яш, пошли, идем, идем. Яша, Яша, Яша. Иди сюда, иди. Заходи, Яш. Иди домой, иди, мой хороший, иди. Боится света. Заходи, заходи, Яш. Яша, Яша, иди сюда. И Квита подошла. Заходи. На него светит свет, и он боится заходить. Яша, заходи, вот иди сюда, иди. Иди, Яш. Яш. Ну вот же ж я открыл. Фонарик вот на телефоне его пугает. Давай, Яш, я выйду, а ты зайдешь. Давай. Заходи. Иди. Ну. Проходи. Яшечка. Заходи. Яш. Мокрый, на улице дождь. Заходи, заходи. Ну. Квитуль. Яша, ты мой хороший. Пошли, пошли.
Заходи. Кстати, сегодня 26 число. Если я не ошибаюсь. Да, сегодня 26 число. И Яше сегодня день рождения. Он родился 26 января. Ну вот, Злате не нравится открытая дверь, она ее опять закрыла. Яшка родился 26 января. И сейчас получается ему 9 месяцев. У него уже появился характер. Его нельзя трогать. Все, иди. Заходи, Яш. Иди. Он уже пристает к корове. Давай, заходи. Заходи. Вот. Заходи. Как блестит. А здесь будет Квитулька. Квита, заходи и ты. Квитулечка. Ну, иди. Иди. Ну, Злата. Ну, а Квиту впустить? Подвинься, Квитуль. Вот, заходи. Иди. Квитулечка, заходи. Во. Все. Ты чё, Бук? Чё ты злишься? Так, закрыть. Все, здесь тепло, да, Яшечка? Вы мои хорошие. Яш, с днем рождения, 9 месяцев, ты уже такой большой. Если на него смотреть на одного, то он не выглядит большим. Но ты куда пошла? Злата, куда ты пошла? Она там, в общем, выломала в третий загончик дверь и залазит туда наполовину. Вот так. А, о чем я говорил? Если смотреть на Яшку, то он выглядит не очень большим. Но если его сравнивать с двухнедельным Борькой. Боречка. Вот такой мальчик. Вот такой хороший. Иди. Ох, какой. Ох, такой зайчик, да? Боречка, иди сюда, иди. Иди, пожалуйста. Если его с ним сравнивать, то Яшка просто большой. Еще вот есть такая коровка, которую зовут Ночка. А, еще мне сказали, что если я сегодня не выложу срочно видео, то завтра меня будут хейтить. Что это означает, я не знаю. Но выглядит не страшно, я не знаю. Люди. Я не выкладываю видео, потому что мне некогда. Не обижайтесь, все будет. И про цыплят будет, и про кроликов будет, и про Борьку будет, и про поросят будет в скором времени. Да, Боречка? Вот так. На улице темно. Идет дождь. Из уток крякающих у меня осталось вот 4 штучки здесь. То есть я их убираю. И одна такая недоделанная, маленькая. Недоросток, я не знаю, как ее назвать. В общем, слабенькая, небольшая. Где-то ходит здесь во дворе. И одна... И одна есть здесь с эндоутками. Сейчас я покажу. Вот ее, вот как раз она. Это, помните, та уточка, которая вывелась вот там в среднем сарае, где я дроблю зерно, и сидела дней 4-5 голодная. В общем, она выросла вот такой большим селезнем. Это мальчик. И он такой толстый. Его, конечно, можно позже убрать, так как... Крякающих уточек я держать не хочу. А. Что еще хотел сказать? Еще у меня до сих пор несутся гуси. Вот сейчас я вам это покажу. Вот смотрите, сколько яиц. Они, конечно, все грязные, так как идут дожди. Но яиц очень много.
Завтра. И это вот я где-то неделю их собираю, яйца, и варю цыплятам. Вот уже мне можно сварить цыплятам, так как у меня есть квочка с цыплятами. Но там тоже, конечно, с ними проблемы. С теми цыплятами, с поздними. Ну, не с тем, что они поздние, а просто с тем, что они маленькие, а мне некогда ими заниматься. Ну, в общем, я вам их покажу потом. Но все будет потом, люди. Так что, пожалуйста, не обижайтесь. Ждите новых видео. И что вам еще показать? Давайте покажу курочек. Здесь вот осталось немного курочек, так как они все старенькие. Они умирают своей смертью от старости. Здесь вот, ну я не знаю сколько, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20 курочек. Вот сверху еще залазят уточки. Ну, не знаю. Здесь вот вроде неслась курица, нету. Ну и там нету вот яйца. 20 здесь, и сюда еще вот залазят курочки, но не видно. Все показал. Всех показал. Кроликов было видно только что. Сейчас пойдем на тот двор, закрою цыплят и гусей. И все. И на сегодня все. Вот такое получилось длинное видео. Ну все, вроде все рассказал, показал. В общем, всем пока.